Все, бля, у них внутри там все прям тепленькое. Они прям родители у него с этой зеленой коляской. Смотрим. Скажи, поднять подняли, а разбудить забыли. Так она еще поспит. Дырка. Дырка, она зашивает, ничего себе. Не было. Ну, подала хрупака. А спинка тоже тепленькая? Да, все вообще тепленько. Попробуй вообще прям. Тепленькая-тепленькая вся. Даже все шкурка тепленькая, овчинная. Можешь пойти? Пальчик, пальчик. Да. Не проснулась еще, да, малышок? Че, тихо все? Что там рассказываешь? Наследить немножко. Как корабли бороздят просторы, да? Нет, как космические корабли бороздят большой театр. На! Все, прекратили жалобы. Алой, хочешь на ручки? Пойдем на ручки, давай. Все, пошли на ручки. На ручки пойдем. Ну, давай. Смотри, ручки. Что там, мамка, да? Ага. Раник, ну давай трогай его. Давай его смотри. Я уже все оттрогала, его вообще ни разу. Вероника.
Че знает? Ну, надо мамку смотреть. Конечно. Мама. Враник нужен нам, да? Да, скажи. Что рассказываешь? Папа, да, папа. Да. Папа. 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 Подпишись на наш канал «Папа, я» и получай новые интересные видео.